Всем привет! Возникла такая тема обсудить, почему я не столяр. Бывает, часто пишут в комментариях, как я мог так соединить, как я мог использовать такое соединение, использовать черные шурупы и все такое. Так хочу сразу всем ответить. Я не столяр. Я не читал заумных книжек, я не учился. Я все начинал, пробовал, учился все сам. Так же самые ролики в Ютубе и у других мастеров что-то подчеркивал. Но я не столяр, я хоббист, я больше дизайнер, может, как-то, я не знаю. Я просто люблю придумать какую-то вещь и сделать ее сам. А что с этого получится, как я буду правильно соединять, неправильно, это уже совсем другой вопрос. То есть у меня нету к этому какого-то такого предположения четкого, что я именно должен по столярным именно соединениям это делать. Или как-то, ну, как еще сказать... Я немного по-другому учился, потому для меня это не настолько столь важно, именно конкретное столярное соединение. Для меня больше главная идея. Да, много кому не нравится, что я делаю, ну, то, что я делаю. Столяра, которые смотрят, понятное дело, не поражаются. Как можно сделать такое? Как можно было соединить так? Это ужасно. Согласен. Но, в принципе... Я пытаюсь что-то придумать новое, пытаюсь что-то сделать новое, что-то нестандартное. Это совсем немного другая струя от этого столярного дела. Да, это больше это хоббийная тема, то есть я просто это делаю для себя, для своего удовлетворения. Понятное дело, что совсем, если делать все правильно, то есть надо учить книжки, спрашивать людей, все это на практике приходит, но это немного не тот путь я себе выбрал для этого дела. Для моего продвижения, то есть как бы даже не продвижения, а дальнейшего моей реализации, у меня больше изобретения новых каких-то идей в сфере дизайна, в сфере каких-то изделий. То есть те изделия нестандартные, что делают там столяра, уже с 30-50-летним стажем, табуретки, шкафы, кухни, все это делают, да. Я до этого уровня еще не дорос и близко, я не могу еще делать ни кухни. Да, вернее, может я и могу сделать кухню, но она не будет такой. У меня будут свои соединения, у меня будет свое понятие, как это сделать. Я буду делать, да, буду, конечно, подчеркивать, учить, смотреть, как они делают. Но все равно это буду делать все по-своему. Понятно, когда если бы я это сделал, опять была бы куча вопросов, куча возмущений, как, почему, для чего мои любимые черные саморезы, уголки я использую, да. Но, что тут объяснить? Тут в основном, почему я делаю маленькие изделия, да, легко понятно. Во-первых, мастерская 12 квадратов, всунь сюда станок хороший, да. Никак ты не всунешь ничего здесь, ну... Даже стол сделать, это все, пол мастерской ты занят. Занял сразу этим изделием, которое ты будешь делать. Да и то. И так уже пол мастерской занято всякой ерундой, всяким хламом забито. Инструментом даже тем же каким-то стеллажами. То есть уже, в принципе, особо здесь большим ничего не сделаешь. Да, ну это же, в принципе, и мастерская как бы для себя, для удовлетворения. То есть, ну, делать то, что тебе нравится, расслабляться. Да, кто-то сидит по углам, пьет пиво, расслабляется, кайфует. Кто-то в интернете в игрушки играет, от этого кайфует. Но мне больше нравится сидеть в мастерской и делать изделия, которые мне нравятся. То есть, ну, сделать то, что даже не то, что нравится, а придумать что-то новое, то, что еще до этого никто не делал. Понятно, что есть многие изделия, которые я просто делаю... Уже, которые были до меня сделаны. Но и то из тех я пытаюсь что-нибудь добавить свое. Есть изделия, которые вообще еще до меня никто не делал. То есть, ну, уже, как говорится, полностью уникальная идея. Ну, и также еще, что я хотел бы сказать своим подписчикам. Да, вы смотрите, многим будут не нравиться те видео, те изделия, те соединения, которые я делаю. Но, пожалуйста... Описывайте, что вам не нравится. Мне же интересно знать, что мне надо улучшить, что мне поменять надо, что мне как сделать. Понятно, что проще всего нажать палец вниз, дизлайк и все, свободен. Но напишите, в чем причина, что не так, что не делаю, что лучше сделать, как улучшить этот
момент. Понятно, что всем проще, лежа на диване, ты урод, делаешь фигню, на тебе, свободен. Ну, уже ж даже если тебе это не нравится, то ты хоть объясни эту причину, почему тебе это не нравится. Тебе не так много это времени, чтобы написать, чтобы я мог понять, что мне надо изменить. Понятно, что да, я соединил черным саморезом, о, фу, ты урод, блин, делаешь неправильно, это не столярное соединение, все, гад, фу, на тебе, блин, свободен. Но вы все видели мой канал, видели все, что я делаю. Если вы на меня подписаны, значит, вы знаете, что я делаю, что у меня далеко уже не то направление столярки, которое, ну, уже от наших дедов, прадедов существует. Так же самое сейчас многие критикуют тут ЧПУ. Ну, ЧПУ это новое развитие столярки. Понятно, это упрощение процесса для людей. Сейчас уже давно идет автоматизация. Почему, блин, люди покупают электроинструмент, они работают рубанками, ножовками, стамесками до сих пор? Понятное дело, что ручной труд ценится. Но не всегда, смотря это в каких-то определенных моментах. Вот ручная резьба, она ценится, она будет цениться. И после этого всего нашего, даже с появлением ЧПУ, понятно, что ЧПУ задал программу, он тебе вырезал намного быстрее. Но все равно ручной труд в этом моменте ценится. Он идет дороже, чем ЧПУ. Почему многие выбирают ЧПУ и покупают после ЧПУ изделия? Потому что оно идет дешевле. Потому что меньше затрат человеческих, физических и времени. Ну, то есть из-за этого выбирается. Но почему-то даже взять те же машины, которые идут с производства, штабелями выходят, они стоят дешевле. А взять какие-то, которые ручной сборки идут, да, не зря они стоят миллионы. Так же самое и в этой степени. Но в принципе, в многих случаях ручной труд ценится. Понятно, что у нас не сильно хотят ценить ручной труд. Для нас это чуть ли не рабы. Работаешь, работай. На Западе люди больше ценят ручной труд, чем у нас. Но мы немного отвлеклись от темы. Все шло к тому, что столярка — это немного не то направление, в котором работаю я. Тут, небось, больше идет сама работа фантазии, дизайна. Воплощением еще я работаю. То есть еще мне надо расти и расти, чтобы правильно уметь это сделать, то, что я вижу в голове, эту картинку. Да, чертежи я не делаю, я не любитель рисовать, заранее подготавливаться. Я придумал идею, в голове ее вижу и уже по ходу ее воплощаю. Да, бывает часто, что вижу одно, по итогу получается другое. Бывает хуже, бывает еще лучше, чем я увидел. Но это уже все этапы работы. И для тех, кто столяра или надеется увидеть здесь серьезную столярку, извините, ее не будет. Здесь будут изделия хоббийного профиля. То есть я в столярку углубляться не буду. Здесь не будут серьезные. Да, будут изделия из дерева, будут простые, будут серьезные. Но все, в основном, будет все пытаться склоняться к уровню дизайна, какого-нибудь нововведения, что-нибудь новое. Понятно, что будут и простые изделия, как я делал, переделка инструмента. И то, есть инструмент, но мне хочется его переделать, чтобы мне было приятно им работать, чтобы он был красивый. А если кого-то сильно смущает то, что соединение этим черным саморезом, это все, это ужас какой, то меня это не смущает. Я как соединял им, так и буду соединять. Для меня это, в первую очередь, упрощение процесса. Но почему, если я клею изделие, ну зачем мне ждать время, пока клей застынет, когда я намажу клей, загоню саморез, соединю его, и потом шкантом это все забью. То есть, если это невидимая часть, ну почему я не должен упростить себе процесс? То есть, что я могу сказать? Если вам что-то не нравится, вы пишите, пожалуйста, в комментариях это, чтобы я понимал, в чем мне исправиться. Если вы серьезный столяр и вам это все не нравится, вы от этого в ужасе,
Но я вас не держу, я никого здесь не держу за руки. Здесь, как говорится, это все по желанию. Кому нравится мое творчество, те люди смотрят. И они останутся, я им благодарен, они меня поддерживают, они мне подсказывают. То есть люди пытаются мне что-то подсказать, обучить меня чему-то, чего я не знаю. Да, я всегда готов учиться, но перестраиваться под столярку тех времен я не буду. У меня идет другое немного направление. То есть я свое понятие дизайна и придумывания новых изделий, каких-то пытаться новых добавлений к стандартным изделиям, менять не буду. Это мое. То есть мне это нравится, я это и буду делать. Ну, думаю, на этом все, что хотел, я сказал. Так что пишем снизу в комментариях все, что вам понравилось, что не понравилось, что мне надо улучшить, что мне надо поменять, как это поменять. Ну, ставите дизлайк, обязательно пишите, что не так. Чтоб я знал, я никого блокировать не буду. Ну, конечно, если это не будут в тупую маты, ты такой, 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 и пошел ты туда, туда, туда. То есть конструктивная критика. Я, наоборот, всегда только за пообщаться с подписчиками, узнать что-то новое, обсудить какие-то моменты, вопросы и улучшиться в этом. Ну, спасибо за внимание. Всем пока.